Всем доброго времени суток. Сегодня у нас очередной рой. Можно сказать, рой каждый день. Сегодня у нас 14 мая 2019 года. С этой вот семейки. В пятницу, это получается пятница, так, 5 дней назад вышел рой. Мы его засыпали назад, матку старую убрали, плодную. И вот прошло 5 дней, и уже выходит второй рой. Вчера я слушал семью, то пела матка молодая уже, пищала. Эти, что в маточниках, как лягушки издают звук, квакают. И вот сегодня уже 12:30 дня у нас вышел рой. Я только приехал с поездки, не успел зайти во двор. Буквально прошло 10 минут и уже пошел рой. Эту я семью сегодня собирался перебирать, убирать маток лишних, но не успел. Хотя оно к лучшему, я обычно так и делаю, когда второй рой уже выходит, и в рое у меня будет сидеть с молодой маткой стабильный рой, стабильно молодая матка будет нормальная на лету. Залазишь улей, после этого вот роя он выйдет сейчас, и залазишь улей, все чисто убираешь. Все маточники, всех маток, где какие попадутся. И потом этот рой с молодой маткой, что будет, просто высыпаешь вечером обратно. И после этого уже, можно сказать, старая матка будет сменена на молодую. И они уже в этом году роиться не должны после. Так как первый рой был засыпан обратно, тарак получается крупный. Что-то они скучились сильно на летку, может, где матка нелетная. А вот и матку я нашел на летку, сидит. Вот она. Хорошая такая. Во, матка. Полетела. Ладно, трогать не буду, матка хорошая, желтая. Только-только вышла и на летку сидела. Ну, эту матку я уже не буду убирать, так что пускай садится в роевню. Хотя, так как хотелось бы, чтобы сменить эту вот роевую, что в роевне, сюда не получится, то что после выхода второго роя в улье выскочат молодые матки, те, что квакали. И там уже непонятно, что останется после этого. Какая матка переможет в битве. Победит. Так. Ну, матка была красивая, желтая такая. Конечно, хотелось, чтобы она осталась, но я не знаю. Если она в битве останется живая, то будет эта матка. А если нету, уже не буду знать, что там такое останется у нас. Я думаю, она уже с руки слетела у меня, пошла в лед, то думаю, в районе зайдет все-таки. Ну, матка красивая была. Если успели заметить в кадре, то видно, что матка почти вся желтая. У нас много сейчас кто занимается бакфастом, то трутня много бакфаста, то получается уже и матки помеси. Да, я ей хотел руку зловить, да занести на дерево в раевню запустить. Уже бы стабильная она там была. Ну а так будем ждать. По поведению пчелы посмотрим. Вот так выглядит роение.
А или а две надставки, то получается с члена он там откололся уголок клина такого. Я сделал, чтобы крыша закрывалась, то, что не закрывалась двумя. Да туда пчелы лезут с челленджи. И куда делась матка, интересно? Вроде летная. С руки она не упала, а полетела. Ну почему-то вот сразу я взял на руку, и она на литке сидела. Не вылетела, а просто ползала по литку. На руке посидела, думал, может, что с крыльями раз не полетела, а она с руки слетела. Ладно, трогать не будем это дело все. Хай. Роятся. Сейчас они отроятся. Когда сейчас дерево, я уже... на верхушку виться начали. Не в раевню пошли. Придется лезть наверх. Ну, это, словлю это гарая уже потом. Уже потом переберу семью полностью сегодня и высыпу его назад. Вот залезли на верхушку на самую. Вон видно клубок пчел. В раевню не пошли. Придется мне опять лезть на самый верх и колотить их. Ладно. Полезу наверх. Высоковато, конечно. Получается метров около 5. Ну, что делать? Раз такая пчела роиливая. Приходится лазить. Пытаюсь установить фотик, чтоб снимала. А сам сейчас пойду наверх. Конечно, если бы я сейчас матку эту и не упустил с руки, то получилось бы у нас хорошее дело. Забросил бы просто в раевню и все. А так получается лишняя работа. Придется колотить в раевню пчел. А там неудобно высоко.
Да я пройду хуй. Да не бойся. Я ныне сильно. Я ныне сильно. Ну вот, струсил пчел, одна злая пристала, пытается укусить все за фотоаппарат да за руки. Матка, как вы видели, красивая, если успели рассмотреть, а то успел. Желтая такая матка, где-то до половины бруха, яркая желтая.
наверху почти не осталось пчел. Все ветки у груши в том году отпиленные. Много были. В этом году уже малость подпилил. Хотел, когда первый рой сюда садился с этой семьи, спилить верхушки все. Но подумал, лучше не надо то, что он по соседству еще высшая груша. Так туда обсели, а там густющая крона неудобная, то уже лучше на этой. Уже стабильно легко снимать. Так легко, не очень. Но полегче будет, чем вон то его, что в центре кадра там видно. Там густые-густые ветки заросшие такая. Всего лишь 11 там роль прорывался, так повозился с ним, покуда снял. Это вот наши местные пчелы. Не знаю, с кем матка там погуляла в том году. Но они такие светленькие, рыжие. Но это не бакфаст. Может, русенький был от бакфаста. Буквально до самой жопы у них желтое все. Пошло наше хозяйство. Это Серафима и Белка. И спереди он Сонька побегал еще. Коричневая. И три козляня. Ну, пчелки такие разнобойные. До половины желтые есть, есть такие сероватые. Более. Пчела хорошая, это медоносная, хотя и не бакфаст. Ну, работает неплохо. Я бы, конечно, эту семейку отсадил бы с такой маткой. Матку я уже бачу какая. Но отсаживать уже не то, что некуда, неохота. Так, 11 семей. Одну посадил в этом году я роевую, то что не усмотрел, с какого улья вышла и куда назад сыпать. Ну, скорее всего, что вышла она с улья, где я в том году покупал матки. Он желтый так. Покупал я матку бакфаста, ну, немного подзажал. Так, скорее всего, что с его вышла. Или с фиолетового, с бакфаста, или с желтого. Ну, похоже, что с желтого. Ну, а этих знаю, откуда вышли. Будем назад сыпать. Если эта матка, что сейчас районе, та, что вылетела с улья, победит в битве, то будет хорошая пчела желтая. То, что матка была желтая сильно-сильно больше, чем до половины. Ну все, на верхушке осталось немного пшел. Закрывать не буду роевню, хай. Сверху сюда слетаются, залазить роевые. Да надо становиться, да перебирать улей. А я вот рояка. Рой крупный. Нет, это шапки этой пчеловодной неудобно посмотреть, залезть. Ну, видно, что до решетки обсиживает сзади, до вентиляционной вверх. Семья крупная. Это рой второй, но первый я не отсаживал, высыпал назад. Ладно, трогать я их не буду, хай уже слетятся все. Там закрою, переберем семейку эту и вечером их обратно высыпу. Кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до свидания.